сельского хозяйства работы прибавилось. Ликвидируют появившиеся после зимы ямы, которые могут влиять на безопасность дорожного движения. В среднем на ремонт одной такой выбоины уходит 15 минут. Самарские дороги Сергей Гузанов ремонтирует 23-й год. Говорит, работать мешают припаркованные автомобили и нерадивые водители, которые не хотят переставить машину. Несмотря на это, дорожники выполнили 70% работ по аварийно-ямочному ремонту. Еще предстоит привести в порядок 1000 квадратных метров улиц. В преддверии месячника по благоустройству, который официально стартует 16 марта, горячую литую асфальтобетонную смесь сотрудники МП благоустройства укладывают на улице Георгия Димитрова. Ежедневно в круглосуточном режиме приводят в порядок дороги города 5 бригад из МП благоустройства. При влажном основании можно 150% укладывать. В лужу сначала ее, естественно, надо вымести, а потом уже можно для этого и предназначена асфальтобетонная смесь, чтобы делать ее вот именно при низкой температуре и при большой влажности основания. Чтобы она оттуда все выпаривает. Там рядом вот с ней даже есть вот две карты, которые я позапрошлый год вложил, и они держатся. Аварийно-ямочный ремонт проведут более чем на 60 дорогах города. По 30 объектам работы уже завершены. Сейчас приводят в порядок улицы Карбышева, Грозненскую, Обувную. Специалисты поясняют, ямочный ремонт – это только первый этап работ. В этом году зима достаточно теплая у нас была. Ремонт такой поддерживающий. Объекты выбираются на основании обследований регулярных МБУ дорожных хозяйств с учетом мнения жителей нашего города и органов ГИБДД. Все работы планируют завершить к 31 марта, после чего дорожники приступят к ремонту дорог картами. Елена Малютина, Максим Гусев. События.